Итак, Чанчжу Толь. Разбираем. Дальняя нога согнута, а должна быть прямая. Та же самая история. И нет фиксации. Сразу переход идет. Ты что взять? Раз. Нога не зафиксирована, а сразу согнута пошла. Оп. Опять фиксации нет. Рука должна идти. Бедра. Она идет от груди. Слишком широкая стойка. Смотрим на ногу вниз и вот. Ногу чуть-чуть подразогнуть. Будет вообще замечательно. Слишком вес сильно переносится на переднюю ногу, в ничасоги. Ноги должны быть на одной линии. Не на одной линии. Смотрим, соответственно, вниз, что не должно быть. Опять нога дергается. Дальняя при гунан соге. Она должна, наоборот, напрягаться. Здесь переход. Переход должен быть через середину стойки. А здесь идет переход. Вообще нога не подтягивается. И еще шире уходит. В принципе, это основные ошибки.